Привет, друзья! Вы на канале ДРТ Клаб. Сегодня у нас не совсем обычный для нашего канала формат ролика, но мы всегда делимся с вами только самым лучшим и только тем, что нравится именно нам. И поэтому я надеюсь, что после просмотра этого ролика вы захотите, чтобы в вашем доме поселился. А кто поселился? Давайте смотреть вместе! Совсем недавно ко мне обратились представители бренда Yobo с просьбой сделать небольшой обзор на то, что они производят. Честно говоря, до этого времени я не знала об этой компании, но изучив их продукцию, мне она показалась не просто интересной, а очень интересной. Поэтому сегодня я хочу рассказать, что же это за бренд и что они производят. Давайте сейчас я вкратце сначала об этом расскажу, а потом мы посмотрим, что же мне прислали в посылочке. Yobo – это креативные подушки-игрушки, которые созданы с юмором и душой. Они очень милые, а иногда даже немного хулиганские. Уже с первого взгляда они покоряют своей задорностью, харизмой и необычным дизайном. Подушки выполнены из абсолютно безопасных материалов. Такие подушки понравятся как взрослым, так и детям. Каждый сможет выбрать для себя свою подушку, ведь здесь есть и голуби. Попугаи, воробьи, сороки, щуки и сомики, тигры, котики, собаки, крысы, сердечки и много-много другого интересного дизайна. И вы сами видите, что некоторых зверушек вообще не отличить от настоящих. Ну вот, я вкратце рассказала, что это за бренд, а сейчас давайте смотреть, что же мне прислали. А это... Та-дам! Вот такая вот крутецкая подушка-щука. Кстати, я забыла сказать, что каждая подушка имеет свое название и свою историю. Например, вот эту щуку зовут Елизавета Прекрасная, и у нее не зря такое королевское название, ведь она великолепна, неотразима и достается только самым искусным рыбакам. Если вы поймаете такую щуку, обязательно держите крепко ее за хвост и загадайте три желания, и они непременно сбудутся. Кстати, когда я готовила материал для этого ролика, я просто не могла удержаться, и мне захотелось сделать несколько кадров с Елизаветой на фоне залива. Когда я пришла на залив и стала снимать ее на камнях, все рыбаки были в необычном восторге от моего улова. Они стали просить, чтобы я сфотографировала их с рыбой мечты. Но как же им в этом отказать, ведь щука и правда как настоящая. А вот это вам небольшая подсказочка, если кто-то из ваших друзей, родственников или знакомых являются заядлыми поклонниками рыбалки, то вот такая вот рыбина будет самым лучшим для них подарком. Кроме того, эти подушки не просто подушки, а еще и своего рода антистресс. Это что-то типа лопанья пузырьков на пленке. Вот я начинаю мять эту щуку, эту подушку, и она невероятно приятная на ощупь. Внутри находятся как будто мелкие-мелкие-мелкие шарики размером буквально с 1 мм. Мне кажется, что такая текстура будет полезна и для развития мелкой моторики ребенка. Сама ткань достаточно эластичная, и если ваша ребятня захочет покидаться такими подушками, то они уже точно не треснут и не лопнут. Когда я легла на подушку, она тут же приняла форму моей головы, а это, скажу я вам, очень даже приятно, и мне даже не захотелось вставать. Ну и Джек не мог оторваться от этого чуда, он с удовольствием разлегся среди птичек, среди голубей, обнял одного из них, а потом даже решил попробовать Елизавету на зуб. Ну и что ты? Это рыба твоей мечты? И хочу отметить, что Елизавета, как настоящая рыба мечты, как настоящая царица, не поддалась его крепким зубам. То есть ткань достаточно эластичная, достаточно крепкая, и Джеку не удалось ее повредить. Но это еще не все подарочки, а наружу уже просятся... два вот таких милых голубя. Это голубка Шурочка и голубь Саша. Посмотрите, какие они невероятно классные, особенно вот этот вот Сашка, он просто как настоящий, один в один не отличить от живого голубя.
меня это малые голубки, а есть еще вот такой большой голубь Валера. Вот его же точно можно обнять так обнять. Кстати, он и позиционируется как голубь-обнимашка. И еще один очень большой плюс этих подушек, то, что эти подушки можно стирать. После стирки они не теряют ни своей формы, ни своего цвета. Такая подушка не только украсит и придаст юмор интерьеру вашей квартиры, но ее можно взять с собой в машину, можно взять с собой в самолет и в поезд, и тогда точно все прохожие просто будут оглядываться и вам завидовать. А самое главное, благодаря своей необычной текстуре, она отлично поможет избавиться вам от стресса после тяжелого трудового дня. Мы с Джеком в огромном восторге. Если вы не знаете, что подарить мальчику, девочке, бабушке, дедушке, коллеге по работе, мужу, заядлому рыбаку, то такая подушка станет отличным подарком и заставит улыбнуться каждого, кто ее увидит. Ссылочку на бренд Yo-Bo я оставлю в описании к этому ролику. Заходите, смотрите и выбирайте именно ту подушку, которая понравится именно вам. Всем пока!